С 11 октября по 11 ноября в Подмосковье проходит тестирование на знание правил дорожного движения. Главная цель акции – привлечение людей к изучению ПДД в удобном онлайн-формате и повышение дорожной грамотности населения региона. Все успешно прошедшие зачет будут награждены именными электронными сертификатами. Участникам зачета, которые не пройдут тест, придет ссылка на правила дорожного движения.